Установлю камеры в этой комнате и в той комнате. Вот, а сам выйду пока на улицу. Dark Ghost. Всем привет, друзья! Это вторая часть видео с дома с полтергейстом. Сейчас я пробовал ИГФ. Опять тишина, никто не отвечает. Установлю камеры в этой комнате и в той комнате. Вот, а сам выйду пока на улицу. После буду пробовать связаться с ним, с этой сущностью при помощи ЭГФ. Так что так, друзья. Вот эти стуки непонятные под пола. Вот отсюда. Я не знаю, нужно еще проверить подвал. Я выходил на улицу, там, вроде здесь. Вход с улицы в подвал. Как-то так. Но проблема в том, что вот я еще видел, когда шкаф был не свален, глубина подвала очень маленькая. Вот как видите, там даже дно подвала просматривается. Но что за дверь там, я не знаю, нужно будет проверить ее. Чуть позже проверим. Вот, а сначала поставлю здесь камеры. Так, друзья, одну камеру я поставил. Все, съемка пошла. Вторую поставлю здесь. Так, где-нибудь. Фокус потерял. Так, все.
Опа. Ну-ка, надо сейчас видео посмотреть. Комод не был свален. Выйди со мной на связь. Выйди со мной на связь. Сейчас экран открою. Так. Выйди со мной на связь. Полная тишина. Кто ты? Кто ты? Не понял, почему не переводит. Кто ты? Я не понимаю, почему переводчик не срабатывает. Кто ты? Ну что-то пытается сказать.
Кто ты? Опять в подвале. Ты еще здесь? Нужно будет посмотреть, что там. Ты еще здесь? Сижу здесь уже около часа, по ЭГФ мне никто так не отвечает. Вот, все прекратилось, полная тишина. Даже никакого шороха нет, что странно. Не знаю, я буду еще пробовать, но то, что здесь паранормальная активность есть, это факт, это 100%. Вот одно. Я не понял, что мне говорили по ЕГФ. Почему переводчик не переводил? И он будто бы на каком-то языке что-то говорил. Не просто шум, как обычно. Вот идет шум, потом сигнал, и срабатывает переводчик. А здесь будто бы какие-то слова. Но тут только я не могу разобрать. Нужно еще дома будет хорошенечко все прослушать и посмотреть, что вообще. Может быть, это какой-то язык. Не знаю.
Очень странно все, почему так долго не отвечал, а потом он начал отвечать и перестал срабатывать переводчик. Вот здесь все, конечно, странно. Также нужно будет просмотреть камеры. Что на камерах? Фотографии. В общем, все, друзья, если что-то будет по ЭГФ, я включусь.